It's alright, it's a wild ride, taking me high, put me on fire. When I... И все-таки я дождалась маму. Я говорила в прямом эфире в Инстаграме, что, возможно, мы с ней сегодня не повидаемся. Здравствуй, мама. Все, звезда Ютуба приехала. На самом деле, мама тоже приехала в Олинду, потому что сегодня день открытых дверей у Наташи. И, конечно, да, мы приехали поздно. На самом деле, все самое интересное было в 12 часов дня, когда была презентация мыла, было открытие, был тортик, было очень много посетителей. Но ничего, ничего. Ты здесь частый гость, так что тебе можно. Да, попозже. Я на особых условиях. Давай, давай, заходи. Мам, ты мимо пошла, Линда, вот. А я ее с этой стороны. Это называется постоянный посетитель. Нет, я оттуда заходила. Так мы, может, обманываем, да. Что ты здесь часто бываешь. Ну что? Все с пирогами. Да. Ой, какая ты, Сата. И муж мой здесь уже, все ли вы видите? Муж выходил. Спасибо большое. Спасибо. Какая же красота. Это я начала разговаривать, это я с вас, это самое. Еще с того лета. Переходное, да? Не, у меня тоже это слабое место. Спасибо, Добрынины. Нельзя, ну как нельзя, тоже и вот так, а вот это нитка другого, и когда связала два рукава, разница между махером и вот этой ниткой метров 5. А махером у меня больше. Ну что, привести вам экскурсию, потому что это же новое помещение, да, то есть магазин Олинда переехал, он остался в прежнем торговом центре Baby Store, но теперь занимает большее помещение и немножечко в другой части, ну, зала расположен. Ну и здорово, замечательно, здесь очень удобно, помещается много стеллажей, и они здорово структурированы, то есть отдельно шелк, вот, пожалуйста, вот, шелк, 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 вот здесь вот красота нереальная. Блестяшки. Вот здесь у нас идут мериносы. Кстати, вот эту пряжу я покупала. В прошлый раз, когда в ноябре была здесь в магазине, я покупала вот эту пряжу. Здесь с мясовочкой меринос с кашемиром. Отличная пряжа, очень красивая. Ну, а дальше уже видите, как здесь разделены стенды. Кашемирчик, махерчик. Там очень много смесовок интересных. Твида очень много приехало. Очень много твида. Где твид? Сейчас мы найдем его. И очень много аркобалена. Так. Вот такая вот красота получается. Причем каждый раз она выстраивается сама в собой. Ну, я уже говорила, да, об этом видео. Невообразимая красота. Ой, что я нашла? Что я нашла? Фантастика, да? Даст ты фантастиш? На тюрлих я. Смотри, какая классная. Боже мой, это что же это такое? Это вот добавочки ко всему. Ёлки 20. Фантазийка. Слушай, какая красивая. Боже мой, ее такой не было раньше. Это я впервые вижу такую пряжу. Смотрите, какая красивая. Ой, с ума сойти. Ну, в общем, дорвалась. Но вот это вообще бесподобное. Как раз зелененький. Купить, что ли? Так, а на что ее? Она такая широкая. Ленточная. Так, а на что ее? На отделку, да? На отделку, ворот и все такое. Слушайте, красивая, бесподобная. Ну вот сейчас не куплю, потом буду сожалеть. Ага, непонятно, что это. Не понимаю, я по написанному не понимаю. Слушайте, красиво. Красиво. Всем привет. Так, вот я в своей юбке, которую показывала в Инстаграме. Юбка у меня необычная. Она вот такая вот. Оп. Оп.
Видите, ее можно как хочешь, ее можно, ну вот, что называется, разноцветной частью вперед, однотонной сзади, можно на серединку его так вот крутить, вертеть. То есть задумка была на самом деле... Сейчас буду хвастаться своей юбкой. Вот, 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 задумка была изначально вот такая на самом деле. Да, то есть вот так вот, чтобы половинка с одной стороны такая, а с другой стороны половинка такая. Вот такая вот я моднявая девчина. И скромная. Так, мама моя стоит тут, дискутирует. Ну, у них уже своя компашка. Ой, я же пошла по этому. Нет, это не такой. Мама уже там кому-то пристает. Я когда на свой купончик набирала. Да, там получается, что вот эта нитка тормозит. Вот эта добавочная, она тормозит. Тут я их просто разрывала. Вот когда я это вязала, я их прям вот так вот разрывала. А зачем? Я не умею. А махер, вот. И махера больше получается, и вот они, а вот эта ниточка тормозит. Твидики, твидики, волшебные твидики. А здесь очень-очень разные составы, надо каждый смотреть, поэтому я не буду каждый показывать. Тут просто все отличается. Но расцветки, конечно, фантастические. Горчица написано, ну не знаю, насколько это горчица, где же. Шелк, полиамид, шерсть, 500 метров на 100 грамм. Вот безумно красивая пряжа. Так, и еще я одну присмотрела, очень красивую. Сейчас покажу. Вот, есть коричневая красивая, а есть над ней стоит, ну, потрясающей красоты. Цвет бордо, по-моему, да, так называется? Или винный сейчас? Нет, шоколадный. Нет, написано винный твид, но вообще, с другой стороны, здесь написано... Ничего не написано. Фантазирую я, в общем. Вот видите состав, да? Классненький составчик. Очень красивая пряжа. Мягкая-мягкая. Мягкая-мягкая. Чудо. Мама, смотри, какой состав классный. Шелк, меринос, люрикс, полиамид. Ты говоришь, красивая пряжа. Вот, смотри, здесь шелк составил. Угу. Правда красивая. Красивая. Тут вот еще альтернатива есть. Там вон коричневый какой-то. Да, да, коричневый вообще бесподобный. Вот этот вот вообще очень красивый. Очень. Букляшки, букляшки. Думаю, про Ольгу говорю. Не на букляшки времечко не хватает. Ну ты же хотела связать вот то, что ты вязала свой из альпаки, вот этот буклированный кардиганчик. Ты же хотела такой же связать, да? Аналог. Только другого цвета ты же хотела. Так я купила. А-а-а. У меня есть. Вот как это выглядит в полотне. Мягко-мягко. Тем более, что в этом году букляшки в большом тренде. Спорить не буду, я просто не знаю, честно говоря. Не слышала про такой тренд, поэтому спорить не буду. Даже все шубы уже переходят на каракули. А, чебурашки вот эти вот, ну на да. Каракули, шубы, да, шубы, чебурашки. Здесь вязаные тоже вещи. Фантазии. Так, а это мы куда пришли? Это мериносики всякие, да? Махер эти... Ну вот это что у нас? Куда ну, мы как пришли? Он называется, боже. Ой, такой красивый, с люрексом. Махер. Махерчики? Махера, да. Да, махер, да. Это все махер. Процента 20 более. Это уж красиво как.
с этой стороны твиды, а с этой стороны мохер. Мне надо, знаешь, какой мохерчик? Какой? Сейчас посмотрите, какая интересная штука. Если честно, мы даже поспорили, что это. Оказывается, это кедмохир. Представляете? Смотрите. Так, сейчас на свет попробую. Супер кедмохир. Плохо видно. Так, супер кедмохир. 50. Что-то засвечиваю. Мешаю, да? Нет. 50% супер кедмохир, 50% так все время. Ага, вот. Ну лови, камера, ну лови. Ну что ж ты не хочешь? Вот, пожалуйста. Потрясающе. А вот так вот и не скажешь, да? Если не знать. А вот как это выглядит в полотне. Слушайте, здорово. У меня передний-то целый, у меня сзади никого. А вот эти можно спицы поплотнее а взять, я, и тогда вообще не будет непрозрачно. Через ручку. Ничего, как хорошо, необычно. Я худела уже на 4 килограмма. Разъедание гормональное, по крайней мере. А у них вот разбор. Ну это ужасно, там еще же пальчики, я не делаю. Так как в больнице, там жалко вообще. Мать, тут нужно... Да, вот такого цена добра. 2 рубля. Красота. Вообще никак не уйду отсюда. Но это бесподобно, какая, конечно. Слушай, ну это так красиво. Так, вот эту я возьму точно.